выпил и за руль. Вот алгоритм, которому не надо следовать, но некоторые считают иначе. В Саратовском районе госавтоинспекторы попытались остановить автомобиль, но водитель не выполнил требований и продолжил движение. Полицейские начали преследование. Погоня длилась недолго. Визуально заметно, водитель пьян, но считает, что претензий к нему быть не должно. Долго делайте. Мне кажется, у меня претензий нет. Мужчина кается, поругался с женой, выпил 2 бокала вина. Лукавит. Вряд ли 1,28 промилле от пары бокальчиков красного. В отношении нарушителя составлен протокол. За руль он сядет не скоро. Еженедельно на всей территории Саратовской области проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Так, за прошедшие выходные на территории области было выявлено 26 административных правонарушений по статье 12.8 КУАП РФ, 19 нарушений по статье 12.26 КУАП РФ, невыполнение водителем транспортного средства требований о прохождении медицинского освидетельствования в состоянии опьянения. За езду под градусами водителям грозит лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также штраф в 30 тысяч рублей. Тоже наказание предусмотрено и за передачу управления нетрезвому лицу. Если вам стало известно о водителе, севшем за руль в состоянии опьянения, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 02 или 102 с мобильного. Андрей Багаев, Ольга Иванова, дежурная часть, Саратов.